Вот это называется крытый рынок Роттердама. Сейчас мы входим вовнутрь. Делаем так. Вау! Вау! Рог изобилия. А, это мы внутри рога, я понял. Роспись. Вау. А тут везде продается еда, это рынок. Вы покупаете еду, можете кушать здесь, можете брать с собой. Изобилие. Оформление, дизайн. С такими палками. Видите, у вас оно где за наш план. Местные уже как все место знают, а иностранцы видели. Ну, мы пройдемся, посмотрим, что это. Рог изобилия. Да. Особенно так с вечером, когда... Ну, можно, конечно, сравнивать с Бессарабкой, с какими-то еще вещами. Но это заранее будет все проиграно. Вот я люблю эти по 2 рубля. Надо мне купить пару штук. Выбери пару штук. Вон там с этими. Сейчас мы собираем эти. Собираем эти магнитики во всех городах и странах. Вот, смотри, какой. Дальше, дальше. Ну, это был хороший пузырь. Где наш? Короче, тут в этом городе кухни, какие хочешь, короче. Кроме нидерландской. Ну, вот это тоже такое восточное. Эльбрус. Так, тут еще есть какой-то подвал. Да, и он тут не один. Ну, вообще, ничего подобного я в жизни не вижу. Это уникально. Спасибо за внимание.